сосредоточься на дыхании. И тогда мысли перестанут тебя отвлекать. Давай, держи темп! Давай! Давай! Просто знай, что ты не одинок. Криминальная эпидемия охватила Америку. Основана на реальных событиях. Я не убийца. Система работает лишь для тех, у кого достаточно средств себя защищать. Весь район знает, что произошло. Весь район знает, что ты не на того нарвался. Я не виновен! Мать должна знать своего сына, а я тебя нет. Все тебе говорят, что ты виновен. В результате и сам начинаешь сомневаться. Я буду работать бесплатно, только возьмите за его дело. На что мы жить будем? Я должен его бросить? Меня будут тут держать, пока я не признаюсь. Я скорее умру, чем на это пойду. Я буду за тебя бороться. У тебя семья, у тебя своя жизнь. Зачем тратить время на меня? Дело не только в тебе. Все гораздо серьезнее. В Техасе или Луизиане Колина Уорнера давно бы казнили. Жестче приговоры. Больше тюрем. Меня всего лишили. Больше полиции. Всего. Я не могу просто сделать вид, что этого не существует. Ну так я тоже существую. Когда-нибудь правда раскроется. Невинному человеку не место в тюрьме. Я заберу тебя домой. Это лишь вопрос времени. Краун Хайтс.